Опа-на! Опа-на! Доброе утро, я только-только проснулся, я взял самокат, я гоню в сквер. Сегодня по плану у нас 3G. Единственная проблемка на сегодня это то, что обещают небольшой... Нет, дождики не обещают. Вообще сегодня просто облачная погода, единственное, сегодня прохладненько, вроде как там сильный ветер. Сейчас выйдем, посмотрим. А так, сегодня по плану 3G, и я его собираюсь проводить. Я как бы... Блядь, цепанул. Это я, другу дробашу, короче, взял деку. Вот, вчера был сильный ливень. Сегодня, ебать, какой ветер. Не, кстати, не так уж холод. А хуй знает, я только из дома вышел. Короче, так, да, я очень не хотел снимать видос. Не знаю, просто настроения нет. Но мне написали, типа, Петя, Петя, пожалуйста, умоляю, снимай видос, снимай. Много народу написало, я снимаю видос. О, мэн! Чест! Ты куда поехал? Я приехал разъёбывать данный контест. Вот он приехал разъёбывать данный контест. Нет, ты на меня посмотри, блядь. Посмотри, какой охуенный, блядь. Посмотри, какой пиздатый, блядь. Возьми мой самокат, пожалуйста. Пошли, пожалуйста. Я буду ноги твои целовать. Я ее снапнул, потом заварил и обратно его отдал ему. Там смотрите, какой прикол, разверни. Хуяк, тут просто кусок свара отлетел в двух местах. Ебать, блядь. Мы собираем осочку. Мою любовь. А ты собака ты собрал? Бомба. Короче, мы тут... Ё-моё! 20 самокатов, ни хрена себе! Раз, так, тут все. Тут все по призам. Здорово! Ты стиль! И сейчас покажу топовые места, которые самые жесткие, короче, будут. Это, короче, новая футболочка Сквер. О! Комета. Комета. Вилочка Рейси. Так, короче, вообще не понимаю, что происходит, слишком много народа, все-все-все. Я уже путаюсь, я уже теряюсь. Фиксик, Фиксик, Фиксик! Иди сюда, Фиксик. Фиксик, я тебе сейчас даю самокат, ты с ним стоишь, разбираешься. Ну окей, давай, чё. Ну все, короче, мы все выдвигаемся. У нас сегодня глебастый оператор. Покажи свою какую-то камеру. Камеру надо показать. Офигенная камера. А сколько у тебя зум? Зубов сколько? Зум? Да, ну мы с тобой уже виделись. О, я что, в влоге? Всем привет, мы снимаем 3G сзади. Просто ебать! Фингер задал! Параш, а не спот, блядь? Это типа первый спот. Нихуя вы! Ну давай, сделай что-нибудь. Мне лень, не знаю. Приехали когда? Все, едем дальше. Мы покатались на периле какой-то и едем. Вот мы приехали. Вот тут, короче, one drop, первый дроп здесь. Вот это да. Знаете, я его на дроп. Это твоя сетевая. Вот тут первый дроп, там второй дроп, там третий, еще четвертый есть. Все, отходите, кто-то дропать собрался, видимо. Толик, может не надо? Надо. Ты умрешь, Толик. Надо. Братик, давай. О! Толян, давай в линию! В линию! Давай, Толик, ты лучший! Толик! Еба! Еба! Да все, я старый стал, мне страшно. Давай, иди. Еще один. Сейчас Саня будет трехуйца. Я хочу посмотреть, как Саня разделился. На YouTube-канале Рейси? Мне звонят, подержи. Да, соревнования? Отлично. Вчера был снег, а сегодня сухо все. Ты прикинь, Влад, иди. Что, аж очки слетят? Отойдите! Мало ходов. Нормально? Ёбаный волшебник! Что? Только начался джем. Владик, как твои эмоции? Посмотри, я что? Стой, 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 покажи. Что? Ты посмотри! Ты посмотри, погнулась! Погнулась доска! Она так и была. Да, да.
Он так мало ходов берет. А я. Че, ну давай. Сейчас будет жестко. Я знаю. А что это за рука? Расскажи. Сейчас будет жестко. Бля, я думал, у тебя ногами струхи. Смотри, промеряю. Игра, знаешь что? А, Саня первое место ставит. Да. Опять. Второе место будет Паша, Макс. Нет, я ему только что сказал, что нет. Он такой, окей. Нет. А ты чё, мразь, если он тебя видит мразь, блядь? А если он флипать сюда крутит, ты ему первого не дашь, ну, если он не сделал... Это хуйня, трюк. А если он перелил на батарейку? Лучший! Мужик! Мужик! Попарим за него. Здравствуйте! Денчик, давай! Меня в муд кинули. Супер Буся. Вон на верхнем озере, там есть дорожка. Так это совсем другая структура. Это стрит. Но все равно, все разобьете. Да почему разобьем? Красиво, Денчик. Я просто похлопаю. Живет, хватит. Да все хорошо. Она не выживет. Все свое колесо плохо, блядь. Он вообще покажет вам нормальные трюки, блядь. Мужика на угле. Оу! Давай. Нифига, Владос, ты что творишь? Оо! О! Бля, Владос! Владос, Валикса просто есть. Я сев... Бля, у нас второй день. Стильно очень. Ё-моё! Это наш оператор. Ебать, Алекс смешно улетел. Нихуя! Нифига себе! Вот этого хочу отметить. Да я вижу, что распутся. У него оригинальность, ему можно что-нибудь такое. Это стиль такой. Сам не ожидал, что сделаешь, да? Конечно, я учил. О, Марку, не стыдно ли? Ходите туда. Все, все два випа сделали. Давайте теперь два хила. Да, да. Саня. Бля. Обидно. Но я не знаю. Саня. Ну как хочешь. Если нету, нет. А как фингер делать? Я научу вас. Вип, кел, кел, вип, бля, делаем. Муж... Ай! Мать, вот так будет. Бля. Давай раскидывай, нам больше достанется. Что за призы? Две хуйнища им раздадим. Кому? Чуваки, это игра, которая сейчас была с этими трюками. Короче, вы выигрываете два фингерскута. Стоила эта игра там? Бывает трюки, чё тебе? Да похуй, да, на самом деле нормально. Держи.
Кто второй был? Влад! Бля, я теперь на парах играю. Бля, у меня пары только закончились. Давай! Чисто! Надо по трюку, блядь, на каждом дроке. Мы переехали на следующий спот, не помню, говорю я это или нет. Ну тут, блядь, мы чисто по приколу сюда заехали, хуйня здесь спот. Он сказал, что не приедет, а сам приехал. Петя! Слышишь? Петр, пойдем за пиво. Сейчас мы чуть покатаемся и за пивом пойдем. Что вы думаете, что сейчас приезжаем, а? Приезжаем? От самого крутого магазина на планете. Самого крутого магазина Square Shop, да. Вот. А как же One Food Shop? У меня магазин. Ребят, здесь не рампа и место для катания. Это все у вас с ними, это все сломали такие же ребята, как вы при мне. Поэтому, ну, давайте. Есть рампа на озере, есть на озере места. Ребята, как вы, вот это вот все разломали на моих глазах. Это не рампа. Единственный спот выдался, на котором можно покататься. Мне вот, да? Нас нахуй прогоняет. Мы думаем, ехать, не ехать. Едем, не едем. Едем, а то вообще ГБР вызовет или кого-то там, блядь. На плазу, ёпта. А что там делать? Едем на плазу, ёпта! Оу. Снимай, снимай. Вот или поменяем все-таки. А он вообще смотрит за нами, играем? Мы едем на другой спот. Областная, пригорок. Похуй! Давай, Майк. Короче, если сейчас Владос дропает с этого огроменного дропа, вот тут дроп. Да, я покажу вот так вот. Вот так, конечно, непонятно будет. Я считаю, что если он дропнет, он заслужит самый главный приз. Если он здесь дропает, если он тут дропает, то Давид делает флэр на этом подкате. Нахуй, тебе камеру вообще нельзя давать. В прошлый раз ты чё, блядь? Я нормально поснимал, ты сам сказал. Ты Владоса заснял? Да, я не знаю. Что? Школьник выкинул с урока до 100 тысяч рублей? Нет, я... Давай кликбейт с ним. Школьник выкинул самокат за 100 тысяч рублей. Давай. Блядь, ходов тут дохуя, то мало. Хуя у тебя на жопе волос, блядь. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Мы, короче, пригнали на 23-й лицей, на 23-м лицее чуть-чуть покатались. Мы с Рейси сразу же отошли, определили места. Рейси поехал за призами в сквер, а я с ребятами еду на верхнее озеро. По пути заскочили в Макшнакснес. Вот. И приедем на верхнее озеро, будем кидать самокатики, будем футболочки раздавать. И будем призы раздавать. What's up, man? Кого мы с режиме не было, ходите. Пошли нахуй! Ты был, нахуй все меня, пошли! Ты был! Давай. Короче, раздача призов. Рейс Скутерс и Сквер. Все, сейчас будем раздавать призы. Раз, два, три! Бля, это полный пиздос. Дальше у нас самокатики. Ебать, дальше футболочка. Теперь футболку, Лай! Футболка. Что за футболка? Покажи для кадра. Директор, футболка, в ней это, Никита Русаков катается. На парни, футболочка! Петя, сюда, можно мне? Кто это? Суши, суши ее!
А я мог поймать. Я тоже. Я ебалом прокатился ради этой хуйни по фанере, блядь. Опа. Пью пить пойдем. Чуваки! Салам алейкум, мы снимаем, как награждаем. Просто без мест, только как откатался. Но для вас можете считать то, что вот шестое место. Паша, Паша, вот вам наждачка нужна. А он бот, полнейший бот. Один спирт тебе сегодня, позанадил, позаим это. Чуваки, кто самый сильный был на джеме? Я, конечно, я, блядь. Марк Батурин! Мы тебе дарим наждачку и пешки, рейс. Титановые, кстати. Грипсу. Кому? Францу. Батури? А шалеть, я в ахуе. Ба поймал. Дальше у нас место послабее, но грипсы все никак. Франц. Да. Да, грипсы тебе подарил магазин Сквер. Как неожиданно и приятно. Я не знаю, можно ли это считать за третье место, но считаем третье место. Саня! Ну, это тебе! Это УЕ! Это колесики! Наконец-то нормально! Наконец-то нормальные колеса! Че скажешь? Когда. Где взял? Когда в сквере еще катался? Где взял? Я когда в сквере катался, брал колеса. Тварь. Ну тут это. Вилочка подороже. Значит, руль назначаем. Как думаете, кому руль достался? Вот цена вилки, кстати. А? Денчик. Все, приходим в сквер и покупаем вилочки. Ну, раз вы так говорите, Денчик, руль твой! Ну и самый жесткий. Первое место. Вьюк Рейси Скутер с производством в Москве у нас находится. Самый точил. Охуенный, блядь. Я тебе обещал, ты выиграешь эту вилку. Катайся на здоровье. Красавчик, будь здоров. Хорош. Закиклись и бар. Они сговорились. Стой. Что-то еще есть. Еще мы хотим отметить очень необычного райдера, который делает что-то, но непонятно что. Ну как бы, Владос. Кофточка сквер. Нихуя себе. Я охуел, слышишь? Такая по факту. А? Мне бы дал, тварь, ебаная. Все, съебались отсюда, я сейчас кататься буду. Все, нахуй все, мы катаемся. В общем так, сегодня происходил стриджем. Значит, все, кто получили призы, все молодцы. Прикол такой небольшой был. Ну все, вроде как джем закончился, Владос уехал. Рейси уехал. И... Хуйня, джем, потому что... Короче, ладно, ничего не будем говорить, просто классно покатались. Я не знаю, что мы там наснимали, но... Чао.